На Дворцовой площади прошла минута между миром и войной. Торжественная траурная акция, посвященная дню начала Великой Отечественной войны, стартовала ровно в 4 часа утра. Великая Отечественная война продлилась 1418 дней. Ровно столько свечей этим утром зажгли петербуржцы. Сотни людей с лампадками в руках почтили память павших защитников Отечества минутой молчания и под звуки метронома выложили в центре площади слово «Помним». Я в том числе поставила свечку из-за своего дедушку, который не воевал, но был в тылу. И поэтому каждый, кто сейчас здесь, я надеюсь, не просто почтил память, но и прикоснулся к этому своим участием, показала свое неравнодушие к этому событию. Я не смогла спать в эту ночь, потому что 75 лет назад началось одно из самых ужасных событий в истории нашей страны, вообще в истории мира. И я считаю, что каждый из нас должен отдать дань памяти тем, кто воевал за наше настоящее, за наше будущее и отдавал свою жизнь. В рамках акции каждый пришедший мог получить копию экстренного выпуска газеты «Ленинградская правда», а также сфотографироваться с образцами военной техники, найденными на местах боев за Ленинград.